Сегодня у нас будет игра Slot Life. Естественно. И перед этим вы снимаете. Конечно, мы снимаем вашу каждую тренировку, потом сделаем большой фильм. Вот. Но он будет только по платной подписке. Хорошо. Slot Life самый лучший. Циркуль, шаг, винт, карасик, фен, ребро, крюк, собачка, зубец, петля, флуц, подсечка, килен, лассо, аксель, змейка. Абсолютно все это термины фигурного катания. Прямо сейчас Елизавета Тухтамышева в Уфе проводит мастер-класс, куда мы, естественно, заглянули. Небольшое интервью. Сделаем? Не хотелось бы. Была в Китае. Выступала на конных скачках. А конь тоже на... Ну, конечно, на коньках. А, это как в поговорке, да? На хоккей ходите? Нет. Со мной, кстати, знаменитая спортсменка. Она фристайлистка, занимается фристайлом на лыжах. Когда прыгаешь и зачитываешь рэп, это? Ну, там по желанию. А как победители выбирают? Чей лучше рэп, чей лучше прыжок? Ну, так, субъективно. Кому понравился, так. А, как и в фигурном катании, ничего не понятно. Да. Вы нас, я видел, вы нас позвали. Я видел, вы помахали мне и сказали: здравствуйте, хочу интервью дать. Здравствуйте. Ну что, как атмосфера вам? Очень понравилось, хорошее. Так еще не кончилось мероприятие? Не знаю, а, только уже начало. Понравилось. Да? Уже понравилось? Уже понравилось. А вдруг хуже станет? Нет, нет. Кто сейчас выигрывает? Вот вы сейчас видите, пока, кто выигрывает? Пока не знаю, еще не выбрала я. Какие хоккейные термины вы знаете? Офсайд. 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 А, Алла Лыкин. Самые лучшие, когда дети заняты спортом. Да, чтобы у вас было больше свободного времени. А вам какая больше музыка нравится в фигурном катании? Классическая или какая-нибудь ритмично-молодежная? Все варианты есть. Юра. У нас небольшой для вас презентик, потому что вы дарите эмоции, вы дарите свои улыбки и свое мастерство детишкам. А мы хотели подарить вам... У нас есть женский хоккей на Гидель. Они стали чемпионками, ее зовут тоже Елизавета Роднова. А в этом году они стали первыми. И я думаю, что автограф для вас, пожалуйста, на память. И есть еще Денис Кадыров. Фамилия, знаете, как видите, какая фамилия? Кадыров, поэтому я думаю, что вам тоже стоит все-таки взять эту карточку на память. Какой позитивный. Прошел мастер-класс. В итоге кто на воротах будет играть из девчонок? Что? Кто на воротах будет? Вы вратаря выбрали? Нет. Ну, вратаря надо выбрать. Какого? А, это... Ну, вы же на коньках? Арена хоккейная. Кто на воротах? Ну, я в фигурном катании. Не знаю. Там... Надо выбрать. Надо выбрать? Да. А я даже имен не знаю, кого я должна... Ладно, выбрать. Потом мы сами выберем. Выберите сами. Офигеть! Это же хоккейный свитер с автографом Елизаветы Тухтамышевой. А сколько стоит? Нисколько. Свитер не продается. Чтобы ее получить, необходимо принять участие в конкурсе. Ссылочка в описании. Мы подарили карточку. У меня была твоя карточка с твоим автографом. Поэтому ты можешь, когда к ней подойдешь, сказать: здрасте, это я. Я чемпионка вообще тоже. Не, я так делать не буду. Я как скажешь? Я скажу: здравствуйте. Как там, если без голов, непонятно, кто выигрывает, как вы вообще там разбираетесь? Я вообще не понимаю, за что им дают, потому что у меня там оценки всегда по-разному. А, ты тоже выступаешь? Нет, я даю оценки дома. А представляешь, она смотрит хоккей, матч Агидели, дает оценки, как ты играешь. Ну, представляю, типа, ноль и один целый. Ты приходишь на скамейку после смены, и тебе так мишку дают. Ага. И ты сидишь такая грустненькая, если не забила. Это ее карточку я вам подарил. А, смотрите, как сразу пришла она. На меня раз, два, три. Каждого чемпиона по карточке. Когда наступит тот момент, когда вы уже будете автографы раздавать? Не знаю. Надеюсь, вообще, что скоро. Что там у вас? Ох, как много всяких картиночек. Ого-го. У нас даже конек. Конек? О.
Как мы видим, популярность в республике имеет не только хоккей, но и фигурное катание. Очень много поклонников Елизаветы Тухтамышевой. Например, есть женская хоккейная команда «Агидель», как вы уже успели узнать. Поэтому любите спорт во всех его проявлениях. Скоро увидимся. Сейчас концовочку перепишем еще вот во всех проявлениях. Любите спорт во всех его... А хотя, переписывать. Да. Нормально же было с первого раза.